Всем привет, с вами Гидея Пеки, мы продолжаем играть в Outlast Whistleblower. И мы по-прежнему скрываемся от нашего плохого дядечки, который хочет освежевать нас. Ой, господи, я что-то слышу. Тихо, тихо. Мы скрываемся. Мы сливаемся со стенами. Здесь что-то есть? Тихо-тихо-тихо. Господи. Я думаю, это без головы. Вдруг он зайдет сейчас, да? Стремно-то, блин. Давай тихонько. Где ты, падла бородатая? Ладно. Не, смотри, когда мы вылазим, он сразу начинает шуршать. Так, ну здесь нам сюда. По кровавому следу это точно, да? Но. И что делать? Может, не сюда. А ну-ка. У-у-у, паркур. Господи. Все. Не хочу возвращаться туда. Коробки какие-то. Что здесь вообще делают коробки? Ладно. О, все правильно, газовая комната. Ничего. Ага. Доберитесь до радио в тюрьме. А это что, не радио? Чё ты, блин? Сколько можно уже добираться до этого радио? Естественно, это будет закрыто. Да. Фу ты! Ой-ой-ой. Ну, давай так тихонечко. Ой-ой-ой-ой. Чтобы никто нас не запалил. Тихо. Тихо. Че-че-че-че? Куда ты? Пиши-пиши-пиши. Давай, давай, давай. Быстрее, 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 быстрее. Все. Боже ты мой. Что? Что? Съел? Да? Да? Че ты так смотришь? Завидно, что я здесь, а ты там. А тебе это не разбить. Ты же... Ой, где твоя пила делась-то, а? Господи. И че? Че? Стучи, сколько влезет. Ой. Такое, опа, да и открывается там этот чувак. Так, ага, вернулись обратно на то же самое место, да? Ага. Ага, все понятно. О, ничего себе, нам дает свободу. Нет, никакую не свободу. Что-то у меня так лагает, странно, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, как
в игре лестница, идешь вниз, там тебе какие-то скримеры выпадают, да? Ты срёшься. Ёб твою мать, а я здесь ни черта не вижу. О, сюда. Жутко... Вот. Да господи, а есть сколько угодно. А что это было? Стоп. Что-то... Ага. Просто взял ее с ниоткуда. Ой, хорошо, что эти подсказочки есть. Да, здесь замок. Ладно, идем дальше. Слушай. Ого-го. Как зомбак был. Что дальше-то? Не сюда? Ладно. Извиняюсь, надо было отлучиться на секундочку. О, а что там такое светится? А, нет, нам... Так, мы отсюда вышли, да? Куда идти-то? А, сюда? Нет. И не сюда же. Чё ты странно-то как? Ладно. Так тихо. Жесть. Слышу только, как он идет, и все. Жутко становится. И ни черта же не видно из этого тумана. Ой-ой-ой-ой-ой. Лавочка. Присесть, отдохнуть. Следы, смотрите. Кровавые следы. Ну да, как всегда. Блин, а мы здесь единственные нормальные... Что такое? Фу. Так. Не дрейф, ты меня пугаешь больше с своими спотыканиями. Ой-ой-ой. Следуй за кровавыми следами. Вот и мясцо. И мушки. Всякая шваль летает. Ну да, конечно же, нам туда. Хлюп. Так. Надеюсь, ты больше не упадешь. Не будешь у меня так. Вот это чуть-чуть. Тихо. Беги дальше. А мы побежим в нашу сторону. Да чё ты, блин, в ветках застреваешь? Тут шел, все нормально было, а тут решил застрять. Окей, кровавые следы, хорошо. Тихо. Держи себя в руках. Ой, блин. А перелезть? А, нет, не перелезть. Ну да, ты у нас ни драться не умеешь, ни лазить. Так, перестаньте меня пугать. И без вас жутко. Ой. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Привет. А кто ты? Ты тоже псих, да? О, ты играешь в баскетбол. А, какой умница. Ну, играй дальше. Где-то мы слышали, да? Ладно. Хорошо, пошли. Тьфу ты! Ой-ой-ой. Перестань биться.
А, ну да, нам туда нет? Нет, отлично, хорошо, что нам не туда. Вот как-то жутко. А что здесь? Какая-то маленькая бесполезная комнатка. Как всегда, в стиле Outlast. Ой-ой-ой, а нам сюда, да? А ты же ушел? Забавно. Вот. Вот, как раз. То, куда нам надо. Ну, блин. Что ж такое-то? Может, здесь что-то есть? Нет, только двери можем закрыть. Очень странно. И перелезть никуда не можем. Какие-то трубы непонятные. Ну, давайте искать путь. Очень как-то все странно здесь. Не, ну к нему тоже не пойдешь. Да. Весело, однако. Ой, что видела там? Блин. Стремно-то как. Опа, уже открыто. Нормально, нормально. Ой. Господи, бухает. Что, я могу открыть? Нет, не могу. Ну, там ничего. Приходится обратно ходить, прогуливаться. Я не хочу туда идти. Там прям там жутко. Так, мистер, вы здесь висите, да? У вас ничего полезного нет? Ну-ка, да, как всегда. И у всех. Тьфу! Ты чё вообще здесь стал? Не стучи. А чё, вниз? Ну ладно, вниз так вниз. Смотрите, как красиво, да? Ага, понятно. И ни черта ж не видно-то. А что дальше? А, вот лестница. Полезли. Какая-то тварь сейчас нас напугает сверху, да? Вот я уверена, нет? Мы пришли к этому чуваку, который был за сеткой, да? Какие-то листочки. Батареечка, нет? Нет, ничего такого. Жаль. Какой-то лабиринт. Ой, господи. Атмосфера накаляется-то. Я знаю, что ты... Ой, вот эти два брата. С оригинальной части, да? Ой. Ну ладно. Я надеюсь, вы меня не тронете, да? Ой, зачем ты закрыл? А, все равно не за сеткой, нормально. Давай-давай, эй-эй! Ну, закрой за собой. Мало ли кто к нам прибежит. Тут, оп, чай закрыт. Ой. Ой. Ого, ничего себе. Вы, мистер, с железом немножко перетрудились. Что у вас голову аж... Фух. Ладно. Радио.
Дурацкий туман. Под стеночкой, так тихонечко, чтобы нас никто не запалил. Он прям трусится уже. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы меня же тронете, да? Мне надо будет от вас бежать. Я знаю, вы не очень хорошие. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стойте там. Я сейчас спокойненько пойду. Вы меня не троньте, ладненько? Ох. О, ой, чувака, руки остались. Ой-ой-ой. Ты ж гадость такая. Чё ты пыляешься, а? Эй, ты меня не трожь. Ой-ой-ой. Идите в жопу. Жопу идите, говорю. Давай-давай-давай-давай. Быстренько, быстренько. Слышь, чуваки, я с вами гулять не намерен был. Так что уж, простите. Тем более, вот какие-то они очень милые. Ой. О, неужели папочка? Почитаем? Курт, у нас есть еще один, и я не уверен, сможете ли вы определить это как расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевнобольным. Охранник сверху из административного блока, наш последний работник, не являющийся пациентом, начал видеть сказки Верники. Он никогда не имел прямого контакта с двигателем морфогенетического кондиционирования, даже... никогда не спускался ниже первого уровня здания. Это было бы большим нарушением протокола, если бы врачи говорили о программе Wallrider в присутствии работника службы безопасности. Маловероятно, что он мог придумать такую темную мифологическую историю сам. Это очень похоже на случай доктора Самула или любого другого до него. Формально здоровый из медицинского персонала, попавшие под влияние своих безумных больных, это одно. Но совсем другое, если эти убеждения создаются, ну, например, из воздуха. Нужно поговорить с ним лично. Биллингис. Ой, короче, понятно. Все здесь становятся сумасшедшими, даже нормально здоровые люди. Работники, охранники и тому подобные люди, да. Черт возьми, это блуждение. Я как-то... Фу! Ты куда побежал? Может, мне не стоит туда ходить? Даже на улице можете делать это. А что можете делать? У вас там что-то какой-то разврат или что? Или вы все мазохисты? Так, лестница вижу. Давайте заглянем в эту комнатку. И, конечно же, ни хренашечки нет. А здесь заперто. Ну, окей. Эх, полезли. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us. In this place. Billy? Billy understood. They've always been here. Ой-ой-ой, надеюсь, ты меня не нападешь. Здрасте, мистер. Да, вы наслаждаетесь этим чудесным... Господи, здесь ничего не видно, здесь один туман. Ладно, не буду вам мешать. Телефоны все не работают, хотя пищат. То есть... О. Беги, Форест, беги. Ну да, нам туда, да, надо. Угу. О, сохранение. Я вижу вон тени, вон что-то происходит. Парни научились летать, да?
Нет? Нет. А, смотрите, кого-то бьет. О, давай, давай. Правая, левая. А что ты? Не, вообще нельзя бить лежачего. Ну ладно. Ну, проблема. Здравствуйте, мистер. Вы тоже наблюдали, да? Умерли со скуки, скучно там, да? Угу. Тихонько, тихонько. Закрыто, ну да, конечно, ничего не откроем. О, тебя вообще мясо порубили, ты смотри. Опа. Погоди, я с тобой. Ну да, не могу. Сюда. Не хочу туда. Здесь уже стрёмно. И нету ничего. Батареечки, ни черта нет. Не знаю, какой-то лом, смотри. Он что-то там валяется. Господи, что просто. Так, тихо. Что мне здесь... Ага. Что делать-то, а? Нет, закрывать двери мы не будем. Мы пришли... А, вот сюда. Ну, давай. Действуй. Опача. Привет, мистер Костюмчик. Беги. Уэйлен, you couldn't just... Couldn't just keep rest, you couldn't just play along. But you're done talking now. Надо не убивать. Do me a favor and die here, Парк. Как ты вообще здесь выжил, а, чувак? Здесь столько всяких ненормальных бегает. Ой-ой-ой. О-хо-хо! Боже ты мой! Боже ж ты мой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Не ходи сюда, пожалуйста, здесь нет ничего. Смотрите, на камерах нифигашечки не отображается, вообще ничего. Ой-ой-ой-ой, ходит, сейчас просто меня убьет. Не прячься от меня, да не, пожалуй, не прячусь. Ты очень стрёмный для меня. Ладненько, друзьяшки, давайте на этом закончим. А кто этот за маньяк, увидим уже в следующей серии. Все, с вами была Вида Эпик. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И до скорой встречи.